Всем салют, ребятки! Мы продолжаем проходить модификацию Legend Returns 09 на Call of Chernobyl. Приперлись мы на завод Росток. Росток завод у нас оказывается не на дикой территории сейчас, а именно отдельная локация завода Росток. И у нас тут задание хабарщика Росток. Крыша здания с аркой и кислотными аномалиями. Сейчас будем искать эту крышу. И как туда вообще залезть, на эту крышу? Хрен маму знает. Ну, тут мало-мало сейчас будем. Что тут, зомбари у нас, наверное, есть. Вот это что-то я не пойму, что это такое. Может быть, это и есть кислотные аномалии. А, вот кислотные аномалии. Все понятно. Так, эти нам, товарищи, не нужны. Будем искать выход на чердак. Чердак нам по-любому нужен. Ага, вон у нас лестница имеется. Сейчас мы по этой лестнице наверх и попремся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут рядом с этими аномалиями нельзя ходить вообще. А то будет ой-ой-ой, жуть. Блин, похоже, что вот арки вот они. Да, арки вот они. Похоже на то. Сейчас мы будем искать, как туда... А, вот, забраться можно вот здесь, это оказывается. Ой-ой-ой, ну чё зомбики там... Эй, совсем отстали, плохо ходят. Черти позорные. Так, арки у нас, понятно, арки. А где вот здесь вот? Или не здесь? Блин, эта крыша, наверное, большая всё-таки. Так, чё у нас тут, а? А, во! Так, что тут? Вот она. Здесь у нас сгусток. Я думал, это живое сердце. Состояние плюс 100, термозащита. Максимальный вес уменьшает. Ладно. Вешать нам все равно некуда. У нас пока курточка беспонтовая. Листочек. Теперь на кладбище надо будет, да? Там что-то было про кладбище. Записка номер 3. Кладбище техники. Одинокая вышка на севере. Кладбище техники. Блин, чё? А где у нас кладбище техники-то хоть находится? Упор не пойму. Вот это что ли? Да, вот кладбище техники. Как туда пройти? Промзона. Тихие холмы. Ага, а на промзону у нас... Тихих холмов. Так, здесь у нас на дикую территорию. А, это нет, это светлый путь. Светлый путь нам нахрен не нужен. В общем, что, ребята, получается, на дикую территорию возвращаемся, потом промзону нам надо. Здесь промзону, с промзоны идем на кладбище техники. Не знаю, тут еще какие-то архаровцы есть. В принципе, давайте побродим по этому. Или сразу пойдем, я не знаю. Требуется помощь. Выручайте, нас напали. Это зомби на Ростоке. Блядь, зомби-то и здесь они вот есть. Только, блядь, ходить нахрен. Возле всей этой хрени, блядь. Опасно вас-то. Иди в жопу, ё-моё, блядь. Так, где кто, кого, кто тут напал? Пойдем поищем. Во, там кто-то уже мертвый валяется, смотрите. Настройки. Ах ты ж гад. Опа, она. Есть, одного я приговорил. Блять, вот плохо, что в этом моде, что он бегает кое-как нахрен. Идем еще поищем, товарищи. Еще один где-то кто-то есть. Даже три. А, ребята. Ух ты ж, смотрите. Ах ты ж, гад такой. У нас репутация улучшилась. Нам надо где-то броник найти все-таки. Наверное. Или что нам надо найти? Разрядить. Сохраняемся. Еще один где-то тут. Чувачила. Чувачела, ты где?
Падла такая, иди сюда. Что-то тут мертвых полно, по-моему. Интересно, это я на этой локации не так часто бывал. Билдовская локация. По приколу, мне вообще нравится. Так, а что тут, где тут? Мертвые где-то валяются. А, вот он. Это что у нас? Кто такой? Это свободовец. Бывший теперь уже. Ну да и хрен с тобой. Придурок. Что-то тут забыл, блядь. На этой локации. Так, я не знаю, где-то еще одно чувачело, блин, лазит. А где вот его искать теперь здесь, а? Блядь, мне вот так вот неудобно ходить вообще. Ну, пойдемте на крышу сходим. Раз уж мы приперли сюда, может поищем что-нибудь здесь, а? Крыша или что мы здесь найдем, может, что-нибудь. Плохо, что на мини-карте враги не отображаются. Где тут а красными точками там что-нибудь такое. А то сейчас залезем на самый верх. А толку-то от этого? А он где-нибудь вообще, блядь, в другом районе, нахрен. О, красота, смотрите, какая. Завод Росток. Самое главное, что мы нашли здесь, а, то, что нам нужно было. О, еще лестница есть, еще повыше можно забраться. Может, какой-нибудь тайник на крыше хотя бы есть наверху. С каким-нибудь экзоскелетом, блядь, чтобы повесить туда артефактов, нахрен. Чтобы меня так сильно не грохали. Быстро. А то, блин, что-то мне вообще так не весело ходить. Блять, на самую верхотурину забрался. А толку-то от этой верхотурины. А, вот еще есть даже выше. Давайте еще выше заберемся. Че у нас тут? Во, есть что-то. Что-то есть, ребята. Что-то рюкзак. Блять, наебка, елки по. Ну хотя бы, блядь, хоть что-то бы сюда, блядь, кинули нахер. А тут, блядь, одни аномалии нахер. Только, блядь, ебашат по здоровью нахер. Не пиздец. Может быть, что-то тут задумано в дальнейшем? О, можем туда сходить. Интересно, что там такое у нас тоже будет. Ха-ха-ха. Бегаем, бегаем, пока никого не встречаем. Да, там что-то вон лежит, по-моему. Ну-кася, где у нас... А, нет, ни хрена это мне показалось. Но все равно слазим, если залезет, конечно. Так, лезет. Лезет. Хреново, но лезет. Полезли на кран. Может, там что есть. Или что это такое? Кран же вроде бы. А, ну да, это же стройка все-таки. Блять, как же он, сука, быстро встает. Ну, ёпштерези нахрен. И чё? И чё толку, что я сюда припёрся? Я, блядь, высоты боюсь? Ёптую, блядь. Ладно, чё, спускаемся. Здесь такой спуститься можно быстро. Чтобы не по лестницам топать. Опять он тут, он даже тут устает, блядь. По лестнице ползёт. Давай, полезли. Всё, чё, ребята. На этой зоне мы, в принципе, всё прошли. Теперь пойдём сейчас в бар. Может быть, там какой-нибудь костюмчик у кого-нибудь приватизируем. Надо что-то купить посерьезнее все-таки. Теперь бы еще найти выход, как отсюда свалить. Как я сюда вообще пришел? А, ну все понятно. Это у нас в ту сторону. А вообще у нас выход еще есть светлый путь. На светлый путь мы сейчас не пойдем. Здесь у нас аномалия изолятор, тоннель парилка. Это нам как бы сейчас ничего не надо вообще. Все, что, направляемся в бар. Там пообщаемся с народом.